1 800 000 000 рублей республика получит из федерального бюджета на жилье для вынужденных переселенцев. Это позволит обеспечить около 650 семей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Ахсарбек Фадзаев на заседании парламента. В прошлом году жилплощадь получили 488 семей. Председатель парламента подчеркнул, что это хорошие показатели. И напомнил, что еще 5 лет назад республика получала в год средства максимум на 3 жилищных сертификата. Говорили и о реставрации уникального памятника архитектуры Зрукского храма. Объект нужно включить в федеральную целевую программу «Культура России». Правительство республики направило заявку в Минкульт России на разработку проектно-сметной документации по сохранению этого объекта культурного наследия федерального значения в рамках госпрограммы развития культуры и туризма. Кроме того, его включили в план основных мероприятий по подготовке празднования 1100-летия крещения Алании. Как отметил Ахсарбек Фадзаев, окончательного решения по данному вопросу пока нет, но он остается на контроле. Что касается реконструкции Национального музея, то есть федерального бюджета, на эти цели в этом году в республику направлено более 450 миллионов рублей. Это позволит полностью завершить работы и сдать объект в эксплуатацию. Еще 183 миллиона рублей выделили для работ в детской республиканской клинической больнице. Там идет реконструкция соматического корпуса и строительство детской поликлиники, рассчитанной на 150 посещений.